описать то, что там я там это делала и так далее, непонятно, но как бы там все на русском написано. Что нужно делать? Вот и все. Страничка. Заставлять вас никто не будет, не собирается. Не хотите... Девушка подписана на всех спонсоров. Давайте подпишемся и будем надеяться, что она действительно участвовала в лайктайме и ставила лайки. Проверяем. Да, все есть. Вот, первый лайк есть, так что давайте проверим еще. И, скорее всего, можно будет поздравлять девушку. Да, вот снова еще раз ник. Так что продолжаем проверять дальше. И, скорее всего, можно будет поздравлять девушку, и мы перейдем уже к следующей проверке за сторис игру. Напоминаю, что участвовать в активностях не обязательно. Вас никто не заставляет, но кто хочет, тот участвует и удваивает шанс на победу. Нет, то, что да, то, что в войне можно стать победителем, поэтому участвуйте. Все есть. Ну, давайте и последний спонсор. Все есть. Ну что, поздравляем Елену. Она выполнила все условия, подписалась на всех спонсоров и поставила всем лайки. Ей достается стайлер для волос Равента. Молодец. Вот видите, ребят, два человека не выполнили условия, а она вот выполнила условия. Ну поэтому что, будьте внимательны. Перейдем к самому интересному. Это сторис игра. Там нужно было подписаться на всех спонсоров и посмотреть сторис спонсоров, которые были указаны под постом. Правильным словом было буфет. Так что сейчас мы обновим генератор. Откроем новую табличку с выгрузкой. Напоминаю, что выгрузка была сделана к 21:00 по московскому времени. И узнаем, кому же достанется приз за сторис игру. Так, на момент выгрузки вас было 595 участников. Угу. Чуть поменьше, чем в лайктайме, но считайте шансов еще больше. Так, генератор я обновила, 0,595, ну что, давайте сгенерируем и узнаем, кому же достанется приз за сторис игру. 190, давайте найдем этого счастливчика. Давайте. Видно? Да. Так, Топилина, да? Угу. Топилина A. Или Топилина. Так что давайте проверять. Напоминаю, что здесь нужно было написать правильное слово на конкурсный аккаунт. Страничка активна, есть личные фотографии. Девушка подписана на 78 спонсоров. Все, теперь скидываем ник нашей помощницы, которая как раз-таки сидит на конкурсном аккаунте, которая вам как раз-таки всем и напишет о том, что вы выиграли. Сейчас я сделаю скрин, а то почему-то нижнее подчеркивание не отображается в ссылке. Так, не видно вообще ничего. Половину. Погоди, это я телефон убрала. Все, ждем, когда нам помощница напишет с конкурсного аккаунта, написала ли девушка нам правильное слово. Напоминаю, что правильным словом было буфет. И дальше мы как раз-таки перейдем уже к основному розыгрышу, где будем проверять, как и говорилось изначально, только подписку. Ну что, так что ждем пока что. Напоминаю, что номерочки в основном розыгрыше можно посмотреть на конкурсном аккаунте в шапке профиля. Там находится ссылочка, где вы сможете найти свой ник и увидеть номер. Кстати, ники расположены в алфавитном порядке, чтобы вам было проще себя найти. Да, потом обязательно всех-всех-всех победителей мы отметим на конкурсном аккаунте.
Не переживайте, подарки именно за подписку тоже разыгрываются, но плюсом еще есть активности. Не переживайте, в них участвовать не обязательно. Никто никого не заставляет. Если не хотите, не участвуйте. Да, это понятно уже. Уже, ну, как бы, много раз уже об этом сказал. Все равно вот пишут. Ну, как бы... Ребят, это лишь дополнительный стимул выиграть еще дополнительный приз. Вот и все. Основное условие – вы должны быть подписаны на всех моих друзей. Так, ребята, смотрите, нам прислали скрин. Увы, девушка не... слово, так что переизбираем. И ищем того счастливчика, кто написал правильно слово нам в директ. Ну что, номер 130. Поехали. Так, кто же это? Может, номер 130 написал нам правильное слово? Так, что там за слово? Кто там? Милашка? Милашка. Угу. 5-3-5. Проверяем. Так. Страничка активна, есть публикация. И девушка подписана на всех спонсоров. Так что давайте скинем также ник нашей помощницы. И узнаем, выполнила ли девушка у нас все условия. Ник мы отправили, теперь ждем. Ну что, сейчас пока что подождем и узнаем, выполнила ли девушка условия. Напоминаю, что разыгрывается за сторис игру набор косметики для лица. После мы разыграем 3 подарка за подписку. Это у нас также будет набор косметики для лица. И такой же еще набор также косметики для лица. И третий подарок у нас утюжок для волос Равента. Так что пока что ждем победителя за сторис игру. Все еще надеемся его найти. И уже как раз-таки потом перейдем к подведению итогов за основной розыгрыш, где проверять мы будем только подписку. А условия на конкурсном аккаунте бывают? Да и на конкурсном аккаунте бывает. И мы говорим в своих сторис. Вот. Внимательно слушайте, и все получится. Но кто-то же выполняет условия и выигрывает. Просто будьте внимательны, не спешите, не тараторьте, я не знаю. Вот вы вот что-то сделали и сидите, вот говорите, я не нашла номерок. Ну, значит, вы до 9 часов вечера, ну, как бы, не выполнили условия. Ну, как бы, у вас было время это сделать, выполнить. После 9 уже не котируется, уже не считается. Вы уже, ну, вас там не будет автоматически. И плюсом, так как вас очень много, вы просто можете мимо пролистать свой ник, потому что вас участвует достаточно много участников, и достаточно сложно как бы иногда искать, чисто вот если листают, находить свой аккаунт. Не переживайте, номерочки запоминать также не обязательно. При каждой выгрузке они будут меняться, поэтому... Так, давайте посмотрим. Все супер, нам скинули скрин. Девушка у нас написала слово «буфет» вчера в 16 с чем-то. Так что все, поздравляем. Она поздравляем, Милу. Условия. Умница. И ей достается набор косметики для лица. Класс. Ну что, и теперь мы перейдем к долгожданной раздаче подарков за подписку. Напоминаю, что у нас разыгрывается 2 набора косметики для лица и утюжок для волос. Сейчас обновим генератор. Вот, кстати, пишут, Вай, моей сестре аккаунт, ура, спасибо вам от души, за нее говорю. Вот, видите, вот люди в прямом эфире пишут, что они выиграли. А те, кто не верит, ну, дальше не верьте. Ну, то есть человек выполнил условия и, ну, как бы, получает дополнительный приз. Вот, основной розыгрыш пройдет через несколько дней. А сейчас это просто дополнительные вам подарки. Так, на момент выгрузки вас было 8316 участников. Огромные молодцы, что участвуете, подписывайтесь, смотрите, вас сколько. Ну что, давайте определим первого победителя, где будем проверять, напоминаю, что только подписку. Разыгрывается бокс
Набор косметики, точнее, по-моему. Так, да, номер 3991. Не переживайте, если не добавляют пока еще два аккаунта, мы засчитываем от 74 спонсоров. Так, 3900. Наталья, Миша. Так, что-то пропадаешь ты. Угу. Погоди, тогда подождем. Все, все нормально, поделай. Угу. Наталья. Миша. 21. Наталья, Миша. 21. Так что давайте проверим, достанется да. ли девушке приз. Ребят, спасибо за поздравления, правда. Так приятно, их столько, что не передать. Аккаунт с публикациями, так что проверяем. Есть личные фотографии. Девушка подписана на всех спонсоров. Так что поздравляем Наталью. Ей достается набор косметики для лица. Поздравляем. Ну мне что, кажется, тут, следующий тут приз больше. У нас также набор косметики для лица. И номер 1019. Я выиграла несколько раз у разных блогеров. Вот видите, люди выигрывают, участвуют у разных блогеров. Это же тоже как бы это удача, я не знаю, судьба, везение. Как угодно можете называть, лотерея. Как кому повезет. Видно, потому что участвуют много людей, и, естественно, все хотят выиграть. Но как бы вы верьте, ну и рано или поздно вы тоже выиграете. А не так, что сегодня поучаствовала, не выиграла, да, и как бы, а завтра уже не хочу, потому что, ну, как бы, я не выиграла, а чего там участвовать? Там же неправда все. А люди участвуют и выигрывают. Ну что, страничка активна, есть публикации, и Наталья у нас подписана на всех спонсоров. Ну что, поздравляем, да? Наталью. Милюшка присоединилась. Ей достается набор косметики для лица. И у нас остается последний подарок на сегодня. Напоминаю, что только на сегодня. Впереди еще у нас очень-очень-очень много подарков. Так что не расстраиваемся, кому не достанется сегодня приз. Ну что, утюжок для волос. Кому же давайте. Он у нас достанется? 3188. Комментарии нужно было оставить только под постами в активностях, где вы участвовали, если только вы участвовали. Если не участвовали, то не надо никаких комментариев лишних ставить. Три тысячи сто восемьдесят восемь. Family Extra. Family. Проверим этот аккаунт. Так. Номерки в шапке профиля. Блин. На конкурсном аккаунте. Номерки находятся в шапке профиля конкурсного аккаунта по ссылочке. Ну что, страничка активна, есть личные фотографии. И ребята у нас подписаны на 78, даже на 80 спонсоров. Так что поздравляем. Поздравляем! Утюжок для волос Равента. Клёво. Ну что, на сегодня мы разыграли все запланированные призы. Это подарок за сторис игру, за лайктайм и 3 подарка за подписку. Ну, ребята, кто сейчас еще приз не получил, не расстраивайтесь. Впереди у нас гиф у нас только начался, впереди еще много подарков. Напоминаю, что условия активностей каждый день выставляются на конкурсный аккаунт Twins для вас. Также всем победителям напишут именно с этого конкурсного аккаунта. Если вам будут писать другие аккаунты, не ведитесь, это все мошенники. У нас ребята за доставку подарков денег не просят, все бесплатно. Так что, ребята, пожалуйста, главное, не ведитесь на мошенников. Никому деньги переводить ни за что не надо. Так что вот.
Ну что, все подарки мы разыграли. Поздравляем всех наших победителей. Всех отметят на конкурсном аккаунте. Ну, и продолжайте активничать, участвуйте, будьте активны, и вам точно повезет. Так что все. Я с вами прощаюсь. Может быть, Мандазир еще вам что-нибудь скажет. Спасибо большое. Я пока скажу вам пока. Все, всем-всем-всем пока. Желаю удачи в розыгрыше. Все. Спасибо. Так, ребят, давайте теперь пообщаемся минут 5, потому что мне бежать нужно в зал, тренироваться. По поводу участия. Ребят, ну, внимательнее будьте. Ну, все же просто, все же написано. Если что-то непонятно, ну, как бы... Те, кто не выиграл сегодня, завтра можно выиграть. Ну и, конечно, когда будет основной розыгрыш, вот, всех призов, и этот, там и выиграете, если сегодня, допустим, не получилось. Вот, номерки всегда в шапке профиля на конкурсном аккаунте. Есть временные ограничения, то есть если написано, что там с 8 до 9 вечера, да, то есть все, до 9 вечера вы можете успеть. После нет. Хочу робот-пылесос. Есть такая возможность. О, здравствуйте! Это кто у нас тут присоединился? Да. Вы мои булочки маленькие. Как вы там? Капризничает. Капризничает. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нормально? Который в палате. Что? Один пупсик нормально лежит. Ага. А этот вообще. Интересно. Может, он возмущается, говорит. А где мой братик? Да, 100%. Ребят, всем привет. Привет, дорогие. Привет. Я немножко замученная, не расчесанная. Ну, пофиг. Ну что, я тоже поздравляю победителей. Только начало. Сегодня только первый день был розыгрыша. Поэтому не расстраивайтесь, кто сегодня не выиграл. Все еще впереди, участвуйте, да. И верьте в себя, верьте в свою победу. Обязательно все будет классно у вас. Мы вам передаем большой привет. Прерывается сладкое. Что-то не слышу тебя. Да, что-то ты сказала и не понял. Я сказала, что мы тебя целуем. А я вас люблю очень-очень. А мы тоже прилюбим. Жопки маленькие вы. Ой, мягенькие. Сейчас подумаешь, что мы с тобой вот так вот общаемся. А мы так и общаемся. Так и общаемся, да. Хорошо выглядишь, не переживай. Немножко сегодня замученная. Ну, это пофиг, мне вообще наплевать. Главное, чтобы малыши нормально себя чувствовали. Ребят, розыгрыш прошел, только вот розыгрыш с сегодняшнего дня. Практически всю неделю он еще будет идти. Да, каждый день они идут. Что значит дополнительные подарки и что за активности. То есть об этом типа мы не говорили. Ну, как бы, вот. Но вся информация на конкурсном аккаунте. Вот. Там дополнительные призы
вы можете выиграть, выполняя условия, которые, ну, там прописаны. Вот. Но ребят, в основном розыгрыше вы все участвуете. Естественно, вы должны быть подписаны. Аккаунт за... Но на время прямого эфира аккаунт ваш может быть открыт. Вот. Ну, вот. Действительно, можно выиграть. Кто-нибудь выиграл. Ребят, мы каждый раз выставляем победителей. Мы победителей не скрываем. Считаем, можно написать личку. Мы уже не первый раз проводим конкурс. Муж в маске. Вы, какие-то такие аккаунты странные расставляют. Кому какая разница, кто в маске, да. Кто в маске. Кто как хочет, то так и сидит. Разве вообще тут дело? Не, а им просто, ну, хочется, ну, хочется очередной раз тыкнуть, сказать, что делать. Но как бы я же вам не говорю, вам что делать. Вот хожу в маске, хожу в кепке, могу без кепки быть. Но как бы мне кого вас слушать, ну как бы вы в своей жизни разберитесь, а потом начинайте мне указывать, что мне делать. Вот мне по кайфу сидеть в кепке дома, вот, ну и дома, и на улице, неважно. Мне нравится. Ну сколько можно об этом говорить? Ну как бы не нравится на меня за мной наблюдать. Ну как бы никто не держит. Я хожу в том, чем хочу. Ребят, будьте писать по поводу моей кепки, еще какие-то глупости. Буду блокировать и не обижайтесь просто. Ребят, ну, вот то, что один из спонсоров не принимает в друзья. Это не страшно. Если один, три человека вас не принимают в друзья, а вы им отправили, то не переживайте. Вот, если, конечно, у вас там 20, а надо было подписаться на 78, ну, конечно же, мы будем считать, что условия выполнены. Вот. Все, булочку накормила. Спи, маленький, спи, любимый. Сынулик маленький мой. Кряхтит там, кряхтит. Где папа? Где папа? Такой же характер, как у тебя. Не нравится, что... Чего? Как у меня характер? О, да. Ладно. Чуть-чуть хотя бы лягу поспать, потому что уже 10, а мне 9, 10, 11. А мне через час опять сцежу. У меня день сурка какой-то. Одно и то же, одно и то же, одно и то же. Да, моя зайчка, я знаю, что тебе не просто, не привычно тебе так, все время, да, знаю, как ты не любишь, так, ну, я имею в виду, на одном месте сидеть, а тут получается, ты уже, получается, ты вот, ну, в одном месте, грубо говоря, да, как бы, и, естественно, как бы, тебе нужно еще время, чтобы перестроиться, думаю, все будет хорошо. Спасибо, ребят, всем. Желаю здоровья. Очень благодарна. Вот. Я с вами прощаюсь. Хочу хотя бы, может быть, часочек поспать, потому что вообще все. И буду заниматься опять репетицией. Да, когда наладится, когда войдет ритм, войдешь в колею, я думаю, что будет попроще. Ну и дома папа будет помогать, и тут как бы пока... Знаете, на ощупь что-то пытаюсь как бы сделать. Вот. И у меня сейчас, у меня, в принципе, синдрома отличия не было. Ну, наверное, в работе был. А с детьми так вообще. Если я что-то не успеваю, ругать, корить, плакать, меня Мандазир ругает, а я не могу, я начинаю, что как я могла там, ну, в общем, вот так. Ладно, все, всем пока.
код. Mm. Ты мне наберешь? Да, да, сейчас позвоню. Давай. Все. Я тоже побежал. Ребят, все. Эфир я сохраню. Все условия можете еще раз посмотреть на конкурсном аккаунте, либо эфир пересмотреть. Вот. Участвуйте и выигрывайте. Не, ну, не расстраивайтесь. Сегодня не выиграли, завтра выиграете. Так же, как и погода. Это жизнь. Не надо падать духом. Все, всем пока.